Да вы же коты мои! Работает! Блин, капец, отличный день рождения! Блин, все, капец, на полный пиздец! Все, ходите, тихо! Тихо, все! Ох ты, пидорас! Охуеть! Группу товарищей в другом конце вагона, как сказал Сережа. А я вот понимаю отношения. Ура! Это было в контексте литературы. Да, у вас там Влад. Надеемся и вниз. Что было в вашем детстве? Поехали назад. Она не надевала бюстгальтер. И что же? Мы никогда не пропустим. Так что узнал слово «разлетающий». Да? Вот долбоёб! Тормози. Ебать её в рот. Чё он, придурок нахуй, не видит что ли? Тоже проблем было. Твою мать! Пута повели частичное наступление на наши войска в районе Шервинты. На остальных путях к Вильне без перемен. Французская печать сообщает, что турки возводят сильные укрепления в всей Сирии. Всем остальным. И только как бы в пределах своего района. То есть это назначено. Опа, опа, бля. Опа. И второго еще. И пиздец. И ёбаные олени. Ёбаные олени. А еще все, блядь, пиздец. На месте боя обнаружили большое количество оружия, боеприпасов и готовых к применению самодельных взрывных устройств. Которые очень жесткие, очень по делу, очень технологические. Потому что Максим довольно подробно разбирает, как именно технологические выборы были провалены. Как, скажем, не было нормального фандрайзинга. Твою мать! Мне в жопу всадили! Твою мать! Что-то мазешь, что ли? Да. Заебись! Нихуя, погоди! Сейчас я остановлюсь. Подожди, остановлюсь, у меня все заснято. Тормози. Конфуз, техно, четко в мазь, убитый туз. Старый кассетник уже не те единицы белые. Цифры в килогерцах, пером, как прицелом. Безликий на шифре, через барьеры прямо. Прячу улыбку сын, пока не спалила мама. Вот их просто... Есть! Готов, нахуй. Все, пизда, мы встали, блядь.
Сука! Стой, мать. Тихо, держи себя в руках. Пиздец. И что говорят? Блин, поехали, а? Блядь, я что-то понять ничего не могу, блядь. Твою мать, блядь. Приехали, да? Да не говори, блядь. А? Опа! И нас задело. И нас задело. Ну что, езжайте с Ленкой, я останусь. Опа-на! Ух ты ж, блядь! Ёб твою мать! Охуеть! Регистратор-то записал хоть?